Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся на лесное озеро за Кумжей. Сегодня у нас такая большая компания. Сергей, Юрий Петрович, я, Надежда. Поэтому будут фотографии обязательно в Инстаграме. Ну а так рыбалка начинается во. Мы уже мокрые. Но буксировщик Сергея, раньше он был моим, справился со своей задачей, все наши вещи, поехали дальше. Ну а мы пешком идем. Добрались мы до озера. Я, конечно, немножко разочарован в озере. Я думал, озеро будет побольше. Озеро оказалось небольшое. Глубина тут полметра, ну, сантиметров 70. Ну, попробуем. Говорят, здесь рыба ловится. Друзья Сергея сказали, что здесь недельку назад поймали неплохих кумжачков. Ну, попробуем. Значит, ловить мы сегодня будем также на моргалку. Это вот моргалка, видите? Вот она моргает. При соприкосновении с водой. Все, опарыш, червяк, бутерброд, червяк с опарышем. Удочки мы уже везде здесь расставили по озеру. Будем сидеть ждать. Вот. Время сейчас сколько? 10:30. В 2 часа, в 2:30 у нас уже будет темно. Ну, я думаю, посидим, посмотрим, что будет. Такое я давно не видел. Ну, красавица. Не показывай. Ага, красавица. Вот это да, ребята. Ради этого стоило прийти сюда. Красавица. Зачетная, да? Ага. Ну, гнуло хорошо. Ну что, поздравляю, Юрий Петрович. Тут уже можно и руку пожать. Первая кумжа в зимнем сезоне. Это не окуни со щучками. Хорошая кумжа. Зачетная. Я, конечно, не ожидал, но мы все-таки одну кумжечку взяли. Поэтому пора применить суперснасть по кумже. Как вы думаете, что это? В таком красивом боксе. Правильно. Это электронная удочка. В прошлом году это был прототип. В этом году она уже у фирмы «Это ваше» запущена в производство. Смотрите, видите? Ой! Здесь магнитики специальные, аккумуляторы, но аккумуляторы свои, они не продают в комплекте. Также есть инструкция, вот какая, видите, 5 режимов работы, время между режимами это 6, 12, 18 секунд. В общем, интересно. Интересная удочка. Она уже красивая, модернизированная. В комплекте к удочке идет подставка. Она, видите, подставку можно вставлять просто в снег. Но так как у нас сейчас снега нет, лед, поэтому лопаточка откручивается. Все, и вкручиваем в лед. В работу удочка приводится легким движением руки, поднимается хлыстик, переводится в рабочее положение фиксатор, все, удочка готова. Все. Удочка устанавливается вот так, все, видите, все. Вставляем батарейки легким движением руки, видите, вот на себя, раз, все, один сюда, две батарейки, работает, говорят, я не проверял, конечно, при минус 10-30 часов. Ну, все зависит, конечно, от батарейки. Все. Опарыши одели.
Осталось запустить. Запускается тоже вот здесь кнопочка. Держим 3 секунды. Так, видно, блесенка тяжеловата, надо небольшой грузик добавить, маленький. Второй режим. Так, это у нас третий режим. Какой надо режим-то выставить? О, на этот режим нет. Да, оставлю этот режим. Все. Дело осталось за малым. Дождаться теперь поклевочки. Вы видели? Была поклевка. В прямом эфире, как говорится. Съездили к ребятам на другое озеро, спросили, что у них. Они чуть позже пришли. Тоже ничего у них, ни одной рыбки. Так что мы сегодня красавцы, а это Надя катается. Полетела. Чем хороша собака, видите, пролетает везде. Все, а так не пройти. Воды много. Поклевочка у нас. Давай, давай. Опа, есть такая кунжечка. О, маленькая. Ну сколько, грамм 200? Ну да. Ну что ты с ней будешь делать? Отпускать. Ну отпускай. Так мы и ловим. Ну, время уже час. У нас все-таки две поклевочки таких уже реализованных. Как я уже говорил, у ребят пусто вообще. Ничего не ловится. Но мы еще посидим. Время позволяет. Может, еще кай выйдет. Че, и все? Хорошо долбануло? Ну. Какая-то сегодня рыба неактивная. Ударит, ударит. Бегаем, бегаем, а толку ноль. Дорогие друзья, время 14 часов. Уже начинает темнеть. Принято решение собираться домой. Значит, за сегодняшний день у нас две реализованных поклевочки. Вот, остальные поклевки есть. Прямо вот ударит, раз, два и все. Подойдем, чуть-чуть сбито и как бы рыбы нету. Видно, брать не хочет. Погода, правда, сегодня, не знаю, отвратительное. Давление, голова болит. Вот, ветер, снег. Значит, но все-таки итог сегодняшней рыбалки. Одну мы отпустили. И вот, как я уже говорил, вот такая кунжечка. Достойная, хорошая. В этом году это, наверное, крайняя рыбалка за кунжи. Потому что день становится очень коротким. Ну и теперь будем ездить за корюшкой и за налимом. Дело теперь осталось за маленьким. Добраться до дома. Было нас четверо на рыбалке. Вот, как я уже говорил, еще двое рыбаков. Тоже отрыбачились, но по нулям. Ни одной поклевки у них нет. Все, всем счастливо. Всем пока, дорогие друзья. До новых встреч.